Друзья, доброе утро! Мы продолжаем говорить о дамах, о красоте прежде всего. И у нас в гостях Наталья Никифорова, руководитель проекта Beauty Expo. И мы знаем, что совсем скоро грядет определенное мероприятие. Расскажите, пожалуйста, Аня. Доброе утро, Алина, Ростислав. Доброе утро, уважаемые телезрители. Завтра откроет свои двери 4-я международная выставка индустрии красоты Beauty Expo Кыргызстан. Организаторами данного мероприятия является выставочная компания B-Expo. Замечательно. Что нас ждет? Что будет в шоу-программе? Чего ожидать? Данная выставка соберет на своей площадке самых ключевых игроков бьюти-сферы. Это парикмахеры, стилисты, визажисты, специалисты по перманентному макияжу, нейл-дизайнеры, лашмейкеры. Все-все будет представлено на данной выставочной площадке. Просто бьюти-бум ожидает Бишкек в ближайшие дни. Хотелось бы узнать, сколько это все будет длиться. Выставка будет проходить 3 дня, с 12 по 14 октября, с 10 утра до 6 вечера. Проект международный, насколько я понимаю, верно? Все верно. Выставка имеет международный статус. Очень много экспонентов у нас приезжих с разных стран. Будут представлять новые бренды, закреплять позиции уже существующих брендов на рынке Кыргызстана. Ну и будет очень много интересных сюрпризов для всех посетителей выставки. Ну и мы знаем, что это такое вот традиционное, масштабное событие. Вообще сколько участников ожидается? В данном мероприятии у нас примут участие более 45 компаний из 17 стран мира. Всего будет представлено более 250 брендов бьюти-индустрии. Вот это да. А кто же будет их судить? Кто же будет окажется в числе жюри, мне интересно. Выставка имеет не соревновательный характер. Все участники представляют в каждой в своей сфере бренды, только любительские услуги. Да, но в рамках выставки у нас будет проходить разные мероприятия. Будет у нас деловая программа, очень насыщенная, в течение всех 3 дней. К нам приезжают спикера международного уровня, специалисты в своей сфере. Да. 12 октября у нас будет проходить конгресс по эстетике лица. 13 октября конгресс по эстетике тела, 14 октября у нас пройдет конгресс по эпиляции и для барберов, по мужскому грумингу. Мне кажется, все эти слова просто ужасно прозвучали для ушей Ростислава. Объясните, пожалуйста, нам... Мужской груминг, что это вообще такое? Да, что это такое? Это новое направление в Кыргызстане. У нас огромное количество барбершопов. Я думаю, Ростислав, вы посещаете. Бывало. Данные заведения. У Ростислава есть борода, ему скажут все «да». Дальше. Также у нас в рамках выставки, то, что касается чемпионатов, вы спросили про соревновательные мероприятия, будут проходить чемпионаты по декоративному макияжу, по парикмахерскому искусству и ногтевому дизайну. Ну вот и... Здесь уже будут соревновательные мероприятия, где лучшие специалисты данной области могут побороться за право быть первыми. Мы уже затронули тему масштабности, все-таки достаточно внушительные имена нас ждут. И вообще, благодаря чему собираются столь уважаемые люди, благодаря чему удается всех собрать, собственно говоря? Ну, во-первых, это единственное мероприятие в Кыргызстане подобного масштаба в бьюти-индустрии. Для специалистов в этой области это уникальный шанс на одной выставочной площадке, посмотреть, какие бренды зададут новый тренд сезона, поговорить со специалистами, посмотреть на многочисленных мастер-классах и тест-драйвах, как ведут себя те или иные продукты, а также изучить ценовую политику и условия для дальнейшего сотрудничества, для дистрибьюторства. А простым людям, обывателям, кто не связан с данной сферой, это уникальный шанс приобрести действительно профессиональную косметику, парфюмерию, получить различные консультации от специалистов, попробовать бесплатно услуги в разных сферах, это и в косметологии, и нейл-дизайна. Я вот услышала такое волшебное слово, как «бесплатно». Я так понимаю, вход свободный абсолютно, верно? Абсолютно верно. Вход на выставку у нас свободный. Все 3 дня любые
посетители могут прийти на наше мероприятие и насладиться красотой. Ну и вы уже затронули тему мастер-классов. Все ли желающие могут на них попасть или нужно как-то предварительно заявляться? В рамках выставки у нас будет проходить ряд мастер-классов на открытой сцене. Это абсолютно бесплатно, свободно для посещения. С расписанием мастер-классов можно ознакомиться на нашем сайте и прийти на более интересную тематику. Хорошо, а для участия в проекте нужно было заранее где-то регистрироваться, верно? Или, возможно, вы до сих пор принимаете заявки? Именно на участие? Да, на участие. На участие, да, мы провели огромную работу. Все это заранее мы находили участников, наших крупных участников Кыргызстана, приезжих очень много стран, кто будет представлять новые бренды. Это проводился огромный труд в течение очень длительного времени. Сейчас уже участники укомплектованы, и выставка открывает свои двери уже завтра. Ну и раз уж это бьюти-форум, то наверняка будут и конкурсы красоты. Будут. В соревновательных мероприятиях будет принимать участие очень много красивых девушек. Также у нас огромная фотозона, где будут также ходить великолепные красавицы, представлять и макияж, и прически, и можно будет с ними сфотографироваться. Я представляю, какое огромное скопление мужского внимания нас ждет. Я заинтригован, честно признаюсь. Да, я тоже заинтригована, даже будучи девушкой. Хотелось бы узнать, сколько сил приложили люди, которые непосредственно участвовали в проекте, сколько людей, которые принимали участие в организации? Ну, это огромный труд всей нашей сплоченной дружной команды выставочной компании BiExpo. Каждый принимал участие, вносил свою лепту в этот огромный проект. И я очень надеюсь, что результаты будут достойными. Насколько вообще сложна подготовка к такому вот событию, к такому мероприятию, и сколько она, может быть, занимает времени? Любой проект, он достаточно сложный. Но когда ты вкладываешь в него душу и делаешь это с любовью, все получается очень легко, просто, с удовольствием. Проект проходит 4-й год. Каково было в первый раз на открытии этого проекта и какие масштабы приобретает он с каждым годом? Однозначно масштабы с каждым годом растут. Пополняется количество участников. Все больше и больше стран, других стран заинтересовано в нашем рынке. Они готовы выходить сюда с новыми брендами, предоставлять новые услуги на рынке Кыргызстана. И это очень отрадно для нас, что такое количество участников будет в этом году на выставке. Ну и самое важное, наверное, где будет проходить мероприятие и во сколько людям нужно приходить? Выставка будет проходить в манеже физкультурного института по адресу Ахумбаева, 97. Двери выставки будут открыты каждый день с 10 утра до 18.00. В последний день выставки, воскресенье, мы будем работать с 10 утра до 16.00. Официальное открытие у нас состоится завтра в 11 утра на сцене с приглашенными лицами, с масштабной программой открытия. Будет очень весело. Масштабная программа открытия звучит достаточно интригующе. Возможно, будут звезды, может быть, мы позовем наших дорогих телезрителей, заманим их. То есть будет какой-то элемент шоу? Конечно, однозначно, будет и шоу, и звезды. Будет очень много интересного, я не буду открывать все секреты. Мы приглашаем всех официально, всех телезрителей на открытие 4-й международной выставки индустрии красоты завтра в 11 в манеже физкультурного института. Ну и у вас есть сейчас такая возможность обратиться к каким-то конкретным людям, кому бы вы посоветовали это мероприятие посетить? Данное мероприятие я советую посетить абсолютно всем жителям Кыргызстана, где каждый найдет возможность проконсультироваться с высококвалифицированными специалистами, получить новые знания, приобрести новые контакты, закупить новую продукцию, косметику, парфюмерию, все-все-все, что интересует наших жителей. Я думаю, что скучно там не будет никому. Ну и давайте резюмируем, назовем даты, время и еще раз адрес. Еще раз. 4-я международная выставка индустрии красоты «Beauty Expo Кыргызстан» состоится с 12 по 14 октября в манеже физкультурного института с 10 утра до 18.00.
Спасибо большое. Огромное скопление женской энергии, женской красоты. Столько всего интересного, столько всего познавательного. Поэтому, дорогие друзья, не пропустите такую возможность лицезреть такое просто красоту. Да, у нас в гостях была Наталья Никифорова, руководитель проекта Beauty Expo. Спасибо всех большое. Приглашаем на это мероприятие. Ну, а вы, друзья, продолжайте быть здесь. Мы скоро вернемся.